Всем привет! С вами меня что-то подожди-ка. Ну за что? Ну что ж, как мы видим. Помочь таким замечательным хлопцам. Ты каким нахрен хлопцам? И назвали ее как. Рекомендовать различные размеры диаметра. Три, блин. Был и сорс. Итак, первое ведро. Опять и так, блядь, что это так. Чтобы их. Просто, но оно ни для чего не подойдет. Оно ни для чего не подойдет. Конечно же, это херня какая-то. Я рассказывал, блин. Отличные ребята! У этих очков линзы поляризация. Бля, это пиздец будет, видите. Их что, держать дальше так или как? А, почему со... Так, надо вот так. У этих очков линзы поляризация. Можете облегчить свою поклажу, и вам это доставит... Короче, поклажу. Поляризационный! Поляризационный! И, соответственно, и было... сейчас, я заново музыку. Поляризационный! Старайся быстро сказать. Да, держатели... Это мини, медиум и ладж. Это small, medium и ладж. Маленький, средний и большой. Просто так, наверное, видно, что у меня рука вот так вот сгибается или нет? Давай вот так сбоку встану просто. Это хуйня. Пелец. Пелец от компании Сисимур. Давайте посмотрим, что... В нем не будет ходить, скользить. Блин. Первое ведро, которое у нас стоит сверху. Мощных бойлов. Эти бойлы, они очень в фирменном зеленого цвета. По-русски. Подписаться на две группы в компакте. В ведре, когда и что. А также они не будут трескаться, так как они 200 миллилитров. Вот. И... Ну... Че дружишь? И самые удачливые карпятники получили 3 набора, но не всего, а, блядь, разделим. Мы знаем же днем... На держателях металлическое, что позволяет длительному... Тебе нарезать... Ведра в бойлы заранее готовить. Разыграли эти призы. Дед Мороз встает. Если рассмотреть другую ситуацию, вы, например, отправили... Ну и что уж говорить о большом. Здесь какие-то необычные оснастки. Нет, давай. Ну-ка выключи, наверное, паду. На 3 набора. Не могу показать я 3, но есть 3 набора. Ну, и зачем же суть в том, что в этой баночке... Блин, я так хорошо сказал. Ну вот мы рассказали. Сделать репост данного заявления от Деда Мороза. Еще больше выделить на фоне других... Нет. Компания Гарнер. Более для изготовления они прослужат вам очень долго. Идеально подходит для опли. Или свое ведро. Свое? Они ESP, это резьба. Это розыгрыш удилищ Фокс от компании EOS. И пришлете к нам его на портал. Если вы перепробовали всю эту линейку и до сих пор не поймали ни одной рыбы, крупной рыбы. Поэтому сюда вы можете загрузить приличный скраб. Дальше уже... А вот держатели ладж или большие подходят для рукояти, которые... Крутящийся набалдажник, который... Что за набалдажник? Все очень просто. Рукоятки наших удилищ...
Сейчас немного юмора. Знаете, как делает в своих видеороликах Mark Pictures? Он говорит, подписывайтесь на наш канал. Хая! И там еще что-то. Хая! С вами была команда Carp Today. С вами была команда Carp Today. Подписывайтесь в Carp Today. Подписывайтесь на нас канал. Подписывайтесь в Carp Today. Да что такое, блин? Все, подписывайтесь на наш канал. Все данные товары... Да, еще раз. Спрашивайте нас... Да ё-моё, блин. Хоу-хоу-хоу.